VT-M5. Уникальное устройство, сочетающее в себе функционал телевизионного тюнера с функционалом осциллографа, который можно использовать для отображения формы сигналов усилителей, тюнеров и ДЭК, просмотра ТВ и прослушивания телеэфира. Двуканальный осциллограф имеет почти все атрибуты взрослых устройств. Имеется регулятор выставления нуля для каждого канала, ручки синхронизации, яркости и контраста. Также имеется регулировка уровня телевизионного сигнала на наушнике, но в моем случае она не работает, так как аналоговый телевизионный сигнал у нас отличается от такового в Японии. Имеется совмещенная регулировка усиления входного сигнала осциллографа для каждого из каналов. Экран устройства можно переключить в режим отображения телевизионного видеосигнала, а также в режим совмещения отображения видео и осциллографирования телевизионного аудиосигнала. Верхнее положение. Если мы хотим записать звук с телеэфира, то кинескоп можно отключить. Есть отдельный переключатель выбора источника звука для осциллографа, а именно две кассетные деки и линейный вход AUX. Имеется индикатор настройки звукового сигнала, а также отдельные ручки настройки частоты телевизионного эфира для дециметровых волн слева и метровых волн справа. Когда правая ручка находится в положении U, то мы находимся в режиме настройки UHF или дециметровых волн. Даже сейчас, в 2020 году, мне удалось поймать два канала в дециметровом диапазоне. При переключении ручки метровых волн в иные положения, мы переходим в режим просмотра и настройки метровых волн. Для настройки надо утопить внешнее кольцо и крутить его в таком режиме. Один канал мне найти все же удалось. Вот такое необычное устройство мощностью 25 Вт, вес 6,7 кг. Также была возможность установки ушей AH4 для установки в 19-дюймовую стойку за 2500 йен.